Аким области Аскар Мырзахметов с рабочим визитом побывал в Рыскуловском и Байзовском районах, где ознакомился с ходом уборки зерновых колосовых. Глава региона воочию убедился в количестве задействованной сельхозтехники на полях и с конкретной ситуацией во всех крупных сельхозформированиях. Первым делом глава региона побывал в крестьянском хозяйстве Шаушен. Действует оно с 1996 года. Основное направление хозяйства – животноводство и растениеводство. Общая площадь посевных земель составляет свыше 26 тысяч гектаров. В Шаушене обеспечены работой 175 человек, имеется 22 трактора, 12 грузовых автомашин и 9 комбайнов. Растет и поголовье скота – 52 тысячи голов овец, лошадей – 2620. В свою очередь руководитель хозяйства обратился с просьбой о предоставлении земельного участка для открытия базы по производству мяса. Глава региона поручил рассмотреть данный вопрос. Он также отметил, что необходимо модернизировать холодильные камеры для экспортируемого мяса. Именно пшеница дает неплохой урожай. Мы уже видим сейчас на многих полях от 30 до 40 центнеров с гектара есть. Но в целом в среднем мы где-то около 23-25 центнеров с гектара, я думаю, в этом году получим. Если говорить о объеме вала роста, это составляет где-то вал по нашим прогнозам около 20 тысяч тонн. Я думаю, мы плюсом получим в этом году 20-30 тысяч тонн. Это по предварительным меркам, даст Бог, как бы мы получим эти объемы. В районе полным ходом идет уборочная эстрада в крестьянских хозяйствах Акбулак, Нурдаулет, Раушан-Бектеги и на Луговском конезаводе. На сегодня убрано более 10 тысяч гектаров. Урожайность составляет свыше 23-24 центнеров. В общем, по району задействовано 77 комбайнов. Далее аким области отправился в сельский округ Сухамбай Байзакского района, где посетил крестьянское хозяйство Талап, которое обеспечивает работой 30 человек. Средняя заработная плата составляет 70-75 тысяч тенге. Имеется техника в количестве 33 единиц. В целом сахарную свеклу поливаем 5 раз. На данный момент идет третий полив. Вообще свекла очень хорошо уродилась. В этом году планируем собрать 50 тысяч тонн. Аскар Мырзахметов посетил и крестьянское хозяйство Яшар в Бурылском сельском округе. Образовалось оно в 1997 году. Сейчас здесь работает 25 человек. Сахарные заводы снизили цены на порядок. В этой связи Аскар Мырзахметов поручил рассмотреть эффективные пути строительства сахарного цеха в кооперативе с хозяйствами. В Жамбылской области нынче урожай удался неплохой. Всего же посевных колосовых высажено на площади около 260 тысяч гектаров земли. Валерий Татаренков, Булат Кунырбаев, 7 News.